История наша уходит корнями в далекий 18 век, когда изгнаны были наши братья и сестры, наши прадеды, прабабушки, которые пошли в изгнание для сохранения своей веры. Изначально они поселились в низменных районах села Топчу. Ну, на тот момент, значит, люди, которые прошли этот путь и перемена климата, очень много людей умирало из-за климатических условий, более сырой климат. И, значит, впоследствии были предприняты шаги к тому, чтобы переселиться сюда, на эту возвышенность. Переселившись сюда, наши прародители, так скажем, прадедушки, прабабушки, они, которые несли свою веру и стали исповедовать здесь Бога. И на сегодняшний день эта вера, которую они вынесли, мы ее сохранили и стараемся сохранить не только веру, но и все традиции, обряды, которые они вместе с верой вынесли из российских губерний. Множество бывает вопросов, почему мы называемся молоканами. На сегодняшний день есть несколько версий, которые отвечают на этот вопрос. И наша основная версия наших духовных христиан молокан, почему мы так называемся, это из слова Священного Писания, первое послание Петра, вторая глава. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам от него во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Азербайджан – многонациональная страна, многоконфессиональная страна, где проживают разные национальности и исповедуются разные течения религии в Бога. И мы на сегодняшний день ощущаем на себе особое, так скажем, содействие нашего президента Ильхама Гидаровича, который содействует всем религиям. В 2016 году мы получили официальный статус духовных христиан молокан. Ну вот, изначально все наше село, как я уже сказал, когда оно перешло, наши предки сюда, были одни молокане, но потом с течением времени стали заселяться другие люди, которые несли свою веру, свое вероисповедание. Это, в частности, баптисты, пятидесятники. Православных у нас не было. Православные появились вот буквально совсем недавно, несколько, буквально, может быть, 2-3 десятка лет назад. И на сегодняшний день молоканская община, она самая многочисленная и самая действующая в селе Ивановки. Ну, а то, что как мы относимся к разным конфессиям, которые исповедуют Бога в селе Ивановка, мы со всеми живем мирно. Мы со всеми ведем дружественные диалоги, дружественные беседы. Кому как Господь открыл, какое вероисповедание. Главное – оставаться человеком, любить Господа Бога всей душой, всем сердцем своим, как самого себя и своего ближнего. А ближние – это все те люди, которые окружают нас, живут рядом с нами. Благи, благи, миром Господу помолимся, заступи, спасибо, милуй, сохрани, Боже, Твоей благодати, пресвятую, пречистую, превосславенную, славу, 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 Богородицу и Пресвятую Марию, всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Благо человека
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мы поговорили со старостами, с пресвитерами малаканскими, чтобы как-то проявить уважение к доминирующей здесь конфессии. Поговорили с людьми ответственными, и, в общем-то, все достаточно доброжелательно восприняли эту идею и это желание. Я не скажу, что часто, но раз в месяц мы стараемся навещать это село, раз в месяц мы стараемся совершать здесь богослужение. Все очень рады, как говорится, давно бы этого хотелось, потому что не все могут, не у всех есть возможность поехать в город Баку, потому что православная церковь у нас находится в городе Баку, там 3, по-моему, церкви у нас находятся, и в Гяндже. А теперь, слава Богу, свершилось, как говорится, и к нам приезжают сами наши батюшки, да, нам очень приятно, да, слава Богу, что это началось у нас и, как говорится, идет. И местные жители, приглашая нас с большим радушием, принимали и всегда как бы зазывали к себе в гости, просили, чтобы мы приезжали сюда, проведывали их, видели, изучали их быт совершенно особый. И, конечно, привозя гостей или проезжая по Исмаилинской дороге, мы часто заезжали сюда. Всегда с большим теплом и радушием нас тут принимали. И вот как-то жители этого села, исповедующие православную религию, обратились с просьбой, почему, батюшка, вот у нас есть и Малаканское собрание, и баптисты, пятидесятники сюда приезжают, проводят свои собрания. А вроде бы православная вера одна из древнейших конфессий христианских, а мы не имеем возможности ни молиться, ни исповедоваться, ни причащаться, ни услышать слово пастырского наставления. И тогда мы однажды приехали, нам председатель колхоза, ответственные лица предоставили возможность совершить, наверное, первую в истории божественную литургию в Доме культуры. Собралось около 50 человек на это мероприятие, скажем так. И после этого люди не хотели нас отпускать, а просили, ну, пожалуйста, хоть иногда по возможности, понимаем, что дорога не близкая, дальняя, что труд нужно положить для того, чтобы прибыть сюда, но не оставляйте нас, приезжайте. Первое богослужение мы здесь совершили в феврале месяце. И с того времени мы стараемся ежемесячно сюда приезжать, выбираем обычно одно из воскресений, либо праздничный какой-то день, и по очереди разные священники нашего кафедрального Бакинского собора приезжают сюда, но всегда стараемся привести с собой и квартет, малый хор кафедрального собора, для того, чтобы людям было и приятнее, и радостнее молиться, для того, чтобы они могли проникаться красотой православной веры, красотой православных традиций. Щедрый милости Господь, долготерпелив и многомилости, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Мы не хотим никого обременять какими-то организационными проблемами. Мы собираемся в простом доме, который нам предоставили местные жители, причем между местными жителями, семьями даже шел какой-то спор, где будет служиться божественная литургия. Каждый говорил, у нас есть помещение свободное, у нас есть подвал, у нас есть большая комната, у нас есть просторная прихожая, можно у нас. Ну, мы выбрали один дом, скажем так, даже человека, который самый первый подошел, не выбирали, у кого лучше или у кого уютней, потому что знали, что везде будет уютно и хорошо. И вот здесь мы совершаем богослужение. Я предложил свой дом, нижний этаж, под церковь, чтобы служение проходило в этом доме. Мне очень приятно, мне очень
как говорится, это что, от Бога дана возможность такая, что Бог дал возможность, чтобы я в моем доме проходила служение. У нас собирается, значит, где-то 30-35, вот так, по всей Ивановке собирается. Бывают и приезжие, кто отдыхает здесь на Ивановке, тоже мы в группе сообщаем, они тоже приходят, служба проходит, все так. Вы знаете, еще, наверное, с начала 2000-х годов выходцы из разных малаканских сел, из Ивановки, из Хельмелей, из других сел, принимали православие, и часто мы их видели в числе прихожан наших бакинских православных храмов. Более того, двое таких потомственных малакан не просто приняли православие, но обучались в духовных семинариях на заочном отделении и приняли священный сан. Один из них был священнослужителем, другой — диаконом. Местная православная община, она не совсем обычная, она очень отличается от всех наших православных общин. Может быть, отчасти ее можно сравнить с общиной линкаранской, так как община эта достаточно молодая, достаточно новая. Понятно, что люди всем сердцем любят Бога, в их душах живет и вера, и надежда, и упование на Господа, но не всегда они многое знают о своей вере, о православии, о истории церкви. Правда, в них очень большое желание все это познавать и изучать, о чем каждый раз люди просят для того, чтобы священник непременно остался, попил чай, разделил какую-то трапезу, для того, чтобы можно было поговорить со священником, задать интересующие вопросы. Сегодня даже попросили провести занятия с детьми, потому что дети тоже приходят, отстаивают, ну, длинное, по некоторым меркам богослужения, стоят как свечечки, стойко, но тем не менее хотят больше понимать и лучше знать о том, что вообще происходит. А вообще люди, конечно, здесь, как, наверное, и в любом селе, в любой деревне, очень открытые, спешащие всегда на помощь, без лишних каких-то эмоций, сентиментов, но тем не менее твердо знают свое дело и всегда придут на помощь и подставят свое плечо. Вот это, наверное, особый отличительный знак общины Ивановской. У нас, чтобы эти богослужения стали регулярными, и если Господь благословит, если будет на то воля и желание людей, которые здесь проживают, то, возможно, Бог сподобит здесь родиться и быть возведенному какому-то молитвенному дому или часовенке, или маленькой церквушке, куда люди смогут всегда приходить для того, чтобы утешиться в своих скорбях, для того, чтобы поделиться радостью и поблагодарить Бога за то, что Он дает, для того, чтобы помолиться о своих близких, дальних, о мире на нашей земле.